Ирина из Кодинска спрашивает: «Я развелась. Бывший муж уговаривает не подавать на алименты, потому как работает неофициально и платить ему нечем, хотя доход у него большой. Как быть?» Альтернативой судебному процессу по получению решения о взыскании алиментов является заключение соглашения об оплате алиментов, которое заключается добровольно. В нем определяются сроки, суммы оплаты и подлежит данное соглашение обязательному нотариальному удостоверению. Если такое соглашение заключить не представляется возможным, тогда я рекомендую телезрителю обратиться в суд и получить судебное решение о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, так как ее бывший супруг не имеет постоянного заработка. Дарья из Енисейска спрашивает: бывший муж собирается уехать в другой город. Стоит ли мне заранее взять с него расписку, что он не против выезда нашего ребенка за границу на отдых? Дети могут выезжать за пределы Российской Федерации в сопровождении одного из родителей. При этом согласие второго не требуется. Софья из Красноярска возмущена. «Развожусь с мужем, у нас есть общая квартира. Пока меня не было, он тайком вывез мебель и бытовую технику. Суда по разводу еще не было. Имеет ли он право забирать имущество?» Если добровольно разделить имущество, являющееся совместным, то есть приобретенным в период брака, невозможно, то скрывать или вывозить имущество нельзя. Я рекомендую телезрителю в срочном порядке составить опись всего имущества, на которое она претендует в присутствии свидетелей. Также произвести оценку этого имущества. Что касается того имущества, которое супруг вывез и скрыл, то данный факт о его наличии придется доказывать в суде.